Так, что тут у нас? Новый обзор. Вот World of War... Давно не было роликов, но вот решил запилить World of Warcraft. Легион вышел. Ну, я пока что только 90 уровня, потому у меня Warlords of Draenor. Вот. Апать я не буду, тут можно конвертацию купить. Сразу, да, в Легион, сразу 100, сотый уровень, видите. Но я не буду, я лучше сам буду играть. Сейчас посмотрим, что тут. Так, вот я вернулся. Вот эта локация, да, это локация Warlord of Draenor. Сейчас я даже покажу. Вот штурм темного портала. Танаанские джунгли. Вот, то есть это скрытая локация, да, ну я имею в виду, она сначала закрыта. То есть это только вот когда вы дойдете до 90 уровня, там приглашение будет к магу Кадгару или как его там. И он вас сюда переносит. Я как раз на квесте на одном остановился последний раз. Вот он, Верховный маг Кадгар, кстати. Слезай с коня. Верховный маг Кадгар. В Хирдстоуне есть, да, мне кажется, аватарка с ним. 13 700 опыта. Так. Ориок. Один из эльфов. Ой, один из этих самых орков умер. Тут как бы и Орда, да, вместе, и Альянс вместе все. Вот, и один из орков умер. Бла-бла-бла. Следуйте за Кадгаром. Расслабляйся. Сперва разберемся с мостом. Что, взорвет его, что ли? Нормально. Так, а теперь пошли. Пойдем. Видите, тут перебиты, трупы везде лежат. Вот видите, Трал, то есть тут все вместе, и Орда, и Альянс, так. Созерцай и мысли. Кстати, вот в этой локации очень пиздатые артефакты, я заметил. Наконец-то нормальные артефакты выпадают. Так, хотя опыта не особо много дают за квесты. Так, к одному из пленных дринеев у них особое отношение. Короче, надо плененного альянсовца освободить. Какого-то плененного чувака. Короче, я так понял, что тут сверхзлая орда. То есть тут не просто обычная орда, да, а сверхзлая. Вот видите, плененные дринеи тут. Кстати, я достаточно давно не играл, тут новые скиллы появились. Видите, разрывной выстрел, новый скилл. Шквал, новый скилл. Прицельный залп, взрывной выстрел. Ну, это для меня, по крайней мере, новые скиллы. Для вас не знаю, вот для меня. Тут есть взрывной выстрел, а есть разрывной выстрел. Вот видите, то есть для меня это новые скиллы. Когда я в последний раз в эту игру играл, еще вот таких скиллов не было. Видите, у меня питомец автоматически призывается. Оп. Отлично, 18 тысяч дамага. Так, где-то тут. Огонь угасает. А, и еще Горение изменился не интерфейс. ждет. У нас гость. Возможно, наш спаситель. Да, интерфейс изменился в World of Warcraft. Иди за мной, шаман, мы уйдем через холмы. Вообще-то я не шаман, ну ладно. Или это он не мне. Видите, тут орк какой-то. Орк и этот. Как его? Орк и Дриней. Ну, опять же, как я сказал, тут все вместе. То есть тут типа все союзники. Врагов нету, типа. И Альянс, и Орда вместе. Так. Трал стоит. Как ты говорить с теми, кто слушает? Зацените, тут есть кольчуга надзирателя. Блин. Сейчас скажу, ладно. Делай то, что правильно. Так, следующий квест. О, 17к опыта, нормально. Ну, это потом. Смотри в оба. Короче, мне дали артефакт кольчуга надзирателя. В эти в кланы меня приглашают. Просто кираса несущего смерть чемпиона, это наследуемый артефакт, то есть он очень пиздатый. Вот в чем дело, то есть я не знаю. Обидно его менять. Ну пусть. Пусть, ладно, поменяю. Смотрите, прикольный какой. Вообще сразу раскраска изменилась.
Кстати, у меня из одного сета кольчуга надзирателя и кольчужины и поножи пустого сердца. Видите, они даже выглядят одинаково из одного сета. Так. Ладно, надо будет наследуемые предметы, можно же улучшать. Видите, у меня артефакты, да, уже нормальные. Надо будет продать, кстати, весь мусор, который у меня в рюкзаке лежит. Ремесла у меня есть. Кстати, я ведь могу улучшить кольчугу свою сейчас. А ну-ка, кожевничество. Вот, да, я могу накладку сделать и накладкой улучшить. Но у меня тонкой кожи нет. Ну и хер с ним. А, квест, квест надо взять. Я совсем забыл, что-то пошел. Кстати, о, вот еще один чувак. Ночной эльф, кстати. Как и я. Только это разбойница, а я охотник. Здесь мы можем многое подчеркнуть. Мы не можем прятаться вечно. Пойдем. Идите за мной, не отставайте. Тут арена есть, ну пойдем. Кстати, заметьте, у Кадгара сотый уровень. Может, это ловушка, но мы хотя бы умрем с честью. Видите, тут ночная эльфийка есть. Смотрите, тут целая армия, да? Рубик, смотрите, Рубик. Не, это не Рубик, это Кардана, оскверненная песня. На Рубика похоже. Каргат. Каргат я встречал уже. Да, победитель. Не, уйдем победителями. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Хотите прикол? Мне реально надо 100 врагов убить. У меня квест, пиздец. 100 врагов вообще похуй, да? Ой, ебать, я буду вообще залпами по КД ебашить. У меня же скиллы массовые есть. Я совсем забыл, я просто буду по КД сейчас с массовыми скиллами. У меня 3 или 4 скилла массовых. Точно, я ж могу тупо по КД просто. Оп, нахуй. Оп, я буду просто шрапнелью, просто тупо по КД. Главное, чтобы на меня все не сагрились, потому что меня убить могут. Тупо по КД просто, тупо по КД. Смотрите, видите, тут чуваки есть из темной горы, из дополнения темная гора, так сказать. Да как у тебя нету цели? Пиздец, да, тут мясорубка. Главное, массовыми скиллами тупо ебашить и все. Вообще похуй. Бля. Ебать, вообще охрененный квест, да, надо 100 врагов убить. Тупо 100 врагов. Я сейчас умру. Хотя хуй. Блин, мне надо похилиться. У меня же... Блин, я в бою. Надо похилиться. Я умру сейчас, если не похилюсь. Я вечно могу смотреть на вашу крысиную... Я думаю, это верховный босс, вот этот Каргат. А, всё. Все за мной. А, он всех... А почему он сразу не мог всех заморозить, интересно? Да, кстати. А, нет, 100. За ними. Не дайте им уйти. Чётко, да, у нас тут целая армия. Пока они не оттаяли. Реально, это целый рейд, ебать. Пиздец. Реально, тут целая армия, нахуй. Ну, чем больше, тем интересней. Видите, у меня арбалет какой крутой. Из Пандарии. Я в Пандарии недавно был. Точнее, я недавно из нее вернулся. Надо этого Каргада, или как его убить все-таки. Нормально. Вот он я. 17к опыта, нормально. Квест тут. Поговорим.
что никогда больше. А, у меня еще один квест надо взять. Чуть не пропустил, а ну. Все, пойдем. Тут мало игроков, кстати. Я вот за сегодня только одного игрока вот того встретил. Ну, я имею в виду из реальных людей именно. Не из ботов, а из реальных людей. Наебать. Порталы тут какие-то. Что делать вообще надо? А, надо вот этих врагов убивать. Видите, у меня питомец, сам призывается. Кстати. Ой, блядь. Я еще не все скиллы просто выучил. У меня много новых скиллов, я не все помню. К сожалению. Давай, бля, убивай его. А ну-ка, ваншот. Ну, почти, почти. Интересно, это зачем вот эти порталы? Типа через них орки приходят? По крайней мере, я не могу через него пройти. А, видите, у меня откидывает вот этот скилл. Взрывной выстрел. Не, мне нравится, конечно, охотником играть. Давай, блядь. Видите, питомец у меня призывается. Так, похилимся. Копия львиного клыка у меня есть. Копия львиного сердца. Это когда фильм Warcraft вышел. Наебать. Да убей его уже. Один выстрел. Ну два, ладно. А, нет, один. Так, и мне надо трех боссов убить, как я понял. Да, трех. Трех боссов. Только эти боссы где-то там далеко. Ну почти ваншот. Видите, у меня первый скилл призывает животное. Так, у меня места хватит, хватит. Опять эти волчата, ебать. Ну, массовым буду дамагом. На, ебать. И все. О, океана, океана, откуда тут? Завершить. А, они сами типа без меня сюда пробежали, видите? Умные какие боты. Минус 25 к критическому удару, хер с ним. Походу тут целый сет у меня, видите, скоро будет. У меня, короче, шлем, кольчуга и поножи из одного сета. И ботинки, похоже, тоже из одного сета. Все из одного сета. Так, надо босса убить вот того. Я, кстати, играю без питомцев, то есть я, блин, я, так сказать, в соло. У меня типа усиление идет от того, что я сам играю. Интересно, а где другие игроки? В школе, что ли, еще? Так, оп, отлично, ракетка прям мне нравится. И еще залпом. Кстати, я могу на ходу скиллы. Вот мне что нравится, можно на ходу юзать многие скиллы у охотника. Наебать. Изи. Ну, через этот портал я никуда не попаду, мы уже выяснили. Так. Еще два босса надо убить. Ну, так, таких, средненькие боссы, не особо боссы, конечно. Вон какие-то ворота, но они закрыты. Да, других игроков нет. Вот тут вообще я тупо один бегаю. А сколько у меня КД, кстати? Полминуты, походу, у меня на разрывной выстрел КД. Да, вообще четкий, вот мне нравится этот скилл. Питомца сразу призовем.
Отталкивать еще вот так можно. Но это я уже показал. Но массовый дамаг я, конечно, не буду на одного использовать. Ты ч... нихуя, крепкий, ебать. Под массовым дамагом я шквал имею в виду. Чернокнижник, что ли, какой-то. Да и убей его, блядь, убей, убей, убей. А, он бессмертный. Все, убили. Печать какая-то красивая. Не, вот, к сожалению, никуда попадать. По сути, насколько я помню, орки, они же из другого мира прибыли, да? Типа их кто-то сюда призывает, по идее. Не совсем помню. Еще я заблудился. А, вот тут провал. Сложно, сложно, провал. А, по сути, тут враг должен быть какой-то. А, его уже убили. Слава свету, я не одна сражаюсь с этими монстрами. Да. Так, проводите Ирель до безопасного места. Ну пойдем, пойдем. Да, да, да. Нерзул это босс. Да, Нерзул это босс. Ну пойдем. А, это я ее должен вести. Кстати, у меня надзор Кадгара действует. При получении смертельного удара. Я типа в безопасное место. То есть тут типа сдохнуть нельзя. Тут как бы очень помогают игрокам разработчики. Но я не думаю, что я могу тут умереть на этой локации. Потому что я все-таки не один месяц и не два играю в World of Warcraft. Я так просто, наверное, не умру, конечно. Хотя бывало умирал. Это да. Наверху твои друзья. Да, да, да. Я смогу добраться туда. Ну, помогла бы мне. Смотри, и побежала. Могла бы помочь мне. Ритуалист. Вот так сразу ваншотнем, чтобы время не тратить. Бля, заебали. Агрится на меня. Вот так массовым дамагом. Давай. Бля, заебал. Да, не так у меня, походу, и много урона. Долго что-то убиваю, ну ладно. Так. Вот, Келидан, разрушитель. Я Иллидана знаю, а Келидана не знаю. Помощник Нерзула. Убейте Келидана, разрушителя. Ну давай, давай. Вот он, вот он. Давай. А ну-ка, массовым дамагом. Оп. Да. Походу он как раз орков призывает вот из этого портала, своих подручных, так сказать. Иди нахуй. Мне нужна цель. Ну. Подойди поближе. Не-не-не. Тотем бездна, он тотемов своих понаставил. Оп. Блин, как не умер он. Все, ща умрет. Не-не. О, вот самый главный Нерзул. Нерзул. Подписано. Mortal Kombat, ебать. О, ща мне помогут. Вся братва пришла. Я погребу вас заживо во славу Железной Орды. Кадгар, вытащи нас отсюда. Ебать. Чуть не фиданули все там. О, ебать. Хэппи-энд. Ага, и все выжили. Ну, хэппи-энд. Люблю хэппи-энды. Прикольно. Хэппи-энд, ебать. Пиздец, у нас тут целая армия. Тут и из Черной горы есть, и из этого. И ночные эльфы просто. Кому они молятся? А, мне показалось, они молятся. Это и орки есть тут всякие. Созерцай и мысли.
А, он бафает их, типа, видите? Постарайся выжить. Да-да-да, постараюсь. Ладно, вот так давно роликов не было, я думаю, вот сейчас хватит, такое обзорное, слегка вот я рассказал о Warlords of Draenor. Такие небольшие изменения произошли, вот видите, это Дренор у меня локация. Сейчас покажу, вот Дренор. До 100 уровня тут, ну да. 100 уровень, потом Легион будет. Не знаю, за сколько я 100 уровень возьму, не могу сказать. Вон цитадель какая-то, видимо там цитадель зла, как раз босс сидит какой-то. Ну вот как-то так думаю, хватит. Подписка, лайк.